Сотрудники детсадов накануне принимали поздравления. В России 27 сентября отметили День воспитателя и всех работников дошкольного образования. Подробнее об этой профессии и самом празднике в нашем следующем сюжете. Татьяна Барышева пришла в 151-й детский сад 13 лет назад. Получать педагогическое образование только начинала. Зато очень хотела работать с детьми. Пришла работать, у меня была подготовительная группа. Дети взрослые, сначала не знала, что с ними делать, потому что никогда с этим не сталкивалась. И поэтому все новое. Закончила Торжокский педагогический колледж и уже, ставя себе цели, двигалась выше, дальше. Больше всего в профессии Татьяне нравится наблюдать за развитием детей и вместе заниматься творчеством. Рисовать, лепить из пластилина, делать аппликации. Важно показывать красоту этого мира и формировать у малышей хороший вкус, считает педагог. Новое поколение замечательное. В каждом ребенке много талантов. И самое важное – суметь их увидеть и помочь раскрыть. Сейчас уже в принципе, знаешь, какой цели нужно идти, что нужно воспитать ребенка, да, научить, чтобы он был добрым, отзывчивым, да, любил окружающих, да, был трудолюбивый, воспитанный. Теплые слова благодарности и поздравления с профессиональным праздником прозвучали в адрес воспитателей на видеоконференции в Управлении образования администрации города. И очень важно, чтобы с детьми работали профессионалы. Люди, которые знают свою профессию. Люди, которые понимают важность миссии своей профессии. Люди, которые любят детей и могут открыть для них мир и научить жить в обществе. Сегодня в дошкольных учреждениях Твери воспитываются и развиваются более 23 тысяч детей, а занимаются с ними 3600 сотрудников, которых и поздравили с праздником.